И всем привет, ребята! И сегодня я нарисую собаку под названием Басенджи. Наверное, я правильно прочитала, поэтому извиняюсь, если неправильно прочитала. Вот, и немножечко о собаке. Это охотничья порода родом из Центральной Африки, известная как нелающая собака. То есть, представляете, она как бы не лает. Не знаю, точно вообще не лает или редко. Ну, скорее всего, очень редко лает. Вот. Сегодня мы нарисуем эту собачку в сидящей позе. Закрылась. Так, хотя бы так. Вот. Ну что, давайте начнем. Так, и это у нас тоже относится к гончим собакам, да. Давайте начнем. Так, она у нас в сидячей позе. Сейчас мы сделаем ей голову. Это обычный круг. Так. Нам понадобится карандаш и ластик, который я уже не вижу. Клюпа, ты сел на ластик? Так, ребята, и ластик. Ну, давайте тогда возьмем какой-то вот такой ластик, потому что тот ластик я не могу найти. Видимо, на него легла клюпа. Клюпа всегда, короче, со мной. Где меня только нет, она всегда со мной. Даже когда я делаю уроки или рисую. Но это плохой ластик. Клёп. У тебя там ничего нет? А, ну давайте. Короче, ребята, извиняюсь. Давайте возьмем такой хотя бы. Так. Вот голова. И давайте. И наметим, и как там это говорится, тело. Так. Вот как-то вот так. Мне кажется, ее надо сделать более такой. Надо держать, честно говоря, хочу признаться, не очень-то удобно держать камеру и рисовать. Ну вот типа того у нас тельце получается. Так, ну и дальше давайте немножечко наметим шею. Это не до конца, потому что там еще будет кое-что. Сейчас. Так, а здесь у нас вот так как бы. Вот. И намечаем такую заднюю ногу. Говорит, лишнее мы потом стерем, сотрем, как там говорится. Какая-то такая более. Потому что это как бы оно по-другому должно быть. Поэтому потом мы сотрем. И вот так вот. Так, надеюсь, получается. Так. Далее мы намечаем как бы здесь животик. Конечно, если честно, сейчас сидячую позу рисовать в поэтапном виде, как бы так. Немножечко сложно, потому что как бы здесь вот, ну не знаю, короче. Так, дальше. Начинаем рисовать две лапки передние. Так, как-то не очень высоко надо пока что сделать. Эту переднюю и
Ай-яй-яй. Подождите. Что-то у меня не получается. Так. Вот эту переднюю давайте. И дальше. Еще одну. Переднюю. Как-то, честно говоря, сложно. Так, все запутано. Вот. У нас. Так. Получается как-то так, ребята. Надеюсь, мы сейчас все исправим. Вот так вот получается. И уже намечаем хвостик. Хотя нет, что такое? А, ну да, хвостик вот здесь как бы. Потом сделаем такой у нее хвостик как бы. Так. А, и давайте все-таки наметим мордочку уже. Во-первых, подождите. Сначала наметим лапы. Все-таки. А потом уже давайте мордочку делать. Как-то вот. Так, ребят. Какой-то ластик странный. Так. Вот вот так вот у нас получается. У меня, точнее. Так, и давайте наметим нос. Ой, да, сложненько. Такс, 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 такс. Теперь давайте у нас. Ой, что-то свечение какое-то у меня пропало. Наметим задние лапки. Вот так вот. И у нас там тоже задняя лапа. Не знаю, как ее. И передние. Ребята, сейчас все будет.